5 дней продолжались в Москве соревнования сильнейших гимнастов мира. В блестящем стиле выступала советская спортсменка Лариса Латынина. Она завоевала звание абсолютной чемпионки мира среди женщин. Сложное упражнение выполнила талантливая чехословацкая гимнастка Ева Босакова. Она вышла на второе место. Командное первенство заняли советские спортсменки. Среди мужчин выдающихся результатов достиг Борис Шахлин. Мастерство советского спортсмена увенчано золотой медалью абсолютного чемпиона мира. Замечательную технику показал японский гимнаст Такаси Оно. Он завоевал второе место. Мужская команда СССР заняла первое место в чемпионате мира.